Мария Горбань поделилась долгожданной новостью о том, что ее семья стала еще больше. Накануне звезда сериала «Кухня» снова стала мамой. Актриса родила сына, которому родители выбрали оригинальное имя. Горбань прокомментировала радостное событие и уже поделилась первыми фото с новорожденным. Она сказала, что решила назвать мальчика Ниланом. Лицо малыша артистка пока что не готова показывать публике, но зато она опубликовала трогательные снимки, на которых целует маленькую ручку крохи. «Любовь рождает любовь. Привет, Нилан», — написала Горбань в Инстаграме. Мария родила ребенка в Штатах, куда она прилетела в июне. Актриса рассказывала, что заранее спланировала, что рожать будет за границей. Сразу после приезда она нашла врача и клинику, с которой подписала контракт. Оставалось только дождаться дня X. Вероятно, Горбань вернется обратно не сразу, а когда ребенок немного подрастет и окрепнет. Переезжать в Майами насовсем актриса пока не собирается. Совсем недавно она купила загородный дом в Подмосковье, где сейчас в самом разгаре ремонт. Напомним, что Горбань родила второго ребенка от нынешнего мужа, Кирилла Зоткина. Кроме того, она воспитывает дочь Стефанию, отцом которой является осветитель Олег Филатов. Поставьте лайк и подпишитесь на канал.